Декан измаильского филиала Одесской морской академии попалась на взятки. Мария Ермоленко вымогала деньги у абитуриента за благополучное поступление. Ранее сотрудница вуза уже была задержана за получение неправомерной выгоды. Подробности расскажет Ксения Терзи. Это мои деньги, дайте мне. Меня уже брали, мне их не вернули. Дважды на одни и те же грабли. Декан измаильского филиала Одесской морской академии Мария Ермоленко снова попалась на взятки в $500. СБУ и сотрудники военной прокуратуры задержали Ермоленко с поличным во время отдыха в одесском кафе. По словам очевидцев, женщина вышла к машине, чтобы получить деньги. Не надо меня лапать. Да я видела, что вы делали. В 2012 году Марию Ермоленко суд приговорил к 5 годам лишения свободы за получение взятки в $1500. Но впоследствии решение суда было пересмотрено, и Ермоленко вернули должность. Я уже прошла эти подставы, я уже проходила это, В прокуратуру поступило заявление абитуриента. Он сообщил о вымогательстве за поступление со стороны декана. Правоохранители вели слежку за подозреваемой. Ця людина займалася злочинною діяльністю систематично. Подібні факти були і за складання іспитів, і за прийом на навчання. Тому під час обшуку в неї в кабінеті вилучено, крім зафіксованої суми, ще багато інших грошових коштів. Вперед буде досудебне слідство, там побачимо. На сьогоднішній момент чоловік не задержаний, знаходиться рядом зі мною, протокол не підписаний. Тому і дія, і права і свобода не ограничені. Мария Ермоленко рискует провести за решеткой до 10 лет. Ксения Терзи, Виталий Прус, Думское ТВ.